Яндекс очень много работает над зелеными вопросами. Я думаю, что еще у нас много впереди, потому что мы как раз вот только что мы собрались всем коллективом и говорили про то, что мы можем еще дальше работать. И впереди у нас довольно много интересных вещей. Буквально сейчас вот проходит вот эта неделя моды, да, и здесь приехали специалисты, которые будут рассказывать об устойчивой моде, как этот вопрос сегодня прорабатывался в Швеции, устойчивое развитие. Сегодня вечером у нас мы награждаем людей, которые призеров, которые участвовали в нашей инициативе эко-пикник, то есть как сходить и как организовать пикник и не оставлять за собой мусор, и сделать это более устойчивым образом. Дальше мы хотим проработать вопрос устойчивой еды, устойчивой кухни. Сейчас это стало очень модно в Швеции, когда наши повара, шеф-повара уже пропагандируют такой образ работы, где используются абсолютно все продукты и все отходы, в том числе все-все-все, что можно использовать. Это тоже очень интересно, и это то, что может каждый. И скоро мы еще у себя в соцсетях мы будем давать вот такие рекомендации регулярно, потому что сегодня и частные лица, и организация Швеции во многих других странах, в том числе здесь Беларусь, как раз придумывали много хороших идей. Так что мы с большим удовольствием сотрудничаем и с «Зеленым порталом», и с другими NGO и другими организациями. Все, кто там приходит, мы всегда рады.